I see the earth is round. Пребывание Дмитрия Медведева на станции подошло к концу. В соответствии с протоколом, премьер-министр уже покинул жилые отсеки и перешел в пилотируемый корабль «Союз» в ожидании отстыковки.
Предполагаемое время приземления спускаемого аппарата 4:23 по Москве. Это произойдет в расчетной точке на территории Казахстана. Впечатляет, согласен. Напомним, что 21 июня действующий премьер-министр Российской Федерации был успешно доставлен на Международную космическую станцию по укороченному маршруту. Департамент пресс-службы информации правительства Российской Федерации сообщил, что во время пребывания на околоземной орбите Дмитрий Медведев принимал самое активное участие в исследовательской деятельности космонавтов как полноправный член экипажа. 250 нанометров. То есть можем потрогать 250 нанометров. Конечно. Исследования направлены на получение фундаментальных данных о свойствах органических кислот, содержащихся в минеральной воде сыра агаш, под воздействием различной температуры и давления при нулевой гравитации. Это удивительно, просто прибор направляют. Холодная, она ничего не выпускает. Эксклюзивный репортаж о недельном пребывании премьер-министра на МКС смотрите в воскресном выпуске программы «Специальный репортаж» на следующей неделе. Он боялся немножко. Welcome. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the Citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to Hearts of Iron, welcome to City 17. It's safer here.